не справилась с управлением. И вот итог. Машина угодила в Байкал. А женщине-водителю еще повезло. Упав с высоты, она не пострадала, самостоятельно выбралась из автомобиля и позвала на помощь. В преддверии длинных выходных многие теряют концентрацию, и это порой приводит к печальным последствиям. Доказательство в очередной видеоподборке нарушений с дорог региона. Ох уж этот Новый год, так и заставляет спешить иркутских водителей. Кого за подарками, кого уже за праздничный стол. Вот один из таких торопык. Таксист очень старался быстрее довести пассажира и даже не заметил пешеходный переход. Как итог, сбил случайного прохожего. Закончилось все благополучно, и раскаялся водитель на месте. Правда, Дедушка Мороз и сотрудники госавтоинспекции явно не простят такое поведение. Ну а некоторым автомобилистам так и хочется почувствовать себя Санта-Клаусом с упряжкой оленей. Лучше всего это выходит у водителей общественного транспорта. На перекрестке уже горит красный, но для автобуса это не помеха. Кажется, еще чуть-чуть и взлетит машина в небо навстречу первой рождественской звезде. Ну а те, кто остались на земле, вынуждены лишь недовольно вздыхать. Ну и как в Новый год без игр? В одну из самых популярных подрезать соседа по потоку решила сыграть владелица этого черного Форда. Что ж, маневр удался, но в таких развлечениях всегда есть риск вместо подарков родным оплатить новый бампер своему сопернику. Если и вы стали свидетелем хамства на дорогах региона, присылайте нам свои видео.